Трамп исключил ливийский сценарий в КНДР. Северную Корею может ждать судьба Ливии лишь в том случае, если Вашингтон и Пхеньян не договорятся. Президент США Дональд Трамп исключил возможность развития событий в Северной Корее по ливийской модели в случае подписания соглашения о денуклеаризации. Об этом он заявил журналистам 17 мая во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Интерфакс Украина. Напомним, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон допустил реализацию в Северной Корее так называемой ливийской модели, когда в 2003 году Ливия в обмен на снятие международных санкций отказалась от разработок оружия массового поражения и пустила в страну международных экспертов. В 2011 году лидер Ливии Муаммар Каддафи был убит. Ливийская модель, о которой было упомянуто, это совсем другое. То, что будет с Ким Чен Ыном, это совершенно другое. Он останется там, в КНДР. Он будет в своей стране, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богата, отметил Трамп. Американский лидер считает, что в случае денуклеаризации корейского полуострова сценарий развития для КНДР может напоминать южнокорейскую модель в том, что касается успешного развития промышленности. При этом Трамп подчеркнул, что ливийский сценарий в КНДР возможен, если Вашингтону и Пхеньяну не удастся договориться. Это ливийская модель, очень вероятно, может иметь место, если мы не подпишем соглашение. Но если мы подпишем соглашение, я считаю, что Ким Чен Ын будет очень счастлив, указал президент США. Напомним, переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре. Ранее северокорейские власти пригрозили отменить совместный саммит США из-за совместных военных учений Сеула и Вашингтона. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.